Всем привет! Сегодня мы находимся в Доме радио и пишем здесь живой оркестр, который играет музыку для нашего фильма. Это замечательная студия. Играет сегодня для нас ансамбль солистов АСО Филармонии. Замечательная группа музыкантов, которые вот здесь лежат разложенные партитуры. По этим партитурам сегодня играется несколько музыкальных тем, которые будут звучать в нашем фильме. И о том, как это делается, мы сегодня сделаем небольшой рассказ. Это важнейшая составляющая звуковой партитуры фильма. Нам очень повезло. У нас талантливейший композитор Михаил Костылев. У нас суперпрофессионал записи музыки Алексей Барашкин. У нас живой оркестр, что просто бесценно для картины. Я думаю, что у нас есть все шансы вас порадовать и все шансы на успех. Первостепенная задача музыки – вдохновлять людей на какие-то поступки. В этом фильме я постарался музыкой передать не только ощущение гордости за нашу историю, за победу, за подвиг нашего народа. Я постарался сделать это эпично и в то же время драматично. «28 панфиловцев» – настоящий фильм о подвиге. И музыка здесь очень важна в этом смысле, потому что она будет вдохновлять людей, они будут смотреть, видеть, как это было в прошлом в нашей истории, и, возможно, что-то сумеют сделать в настоящем. Это есть. Пожалуйста, второй слой у нас, господа. Сначала мы делаем полностью синтетическую подложку музыки под фильм. То есть на компьютере, виртуальными инструментами мы делаем музыку так, как мы хотим. Настроение, мелодию, темп. Все, значит, соответствует картинке. Потом какие-то инструменты мы записываем вживую. В каких-то моментах мы используем оркестр весь. В каких-то моментах только сольные инструменты. Все пишется под метроном. Отдельно записываем хор, отдельно медь, отдельно струнную секцию, духовую, барабаны, литавры. Желательно все писать отдельно, и потом все сводить, чтобы было больше возможностей для каких-то маневров, связанных с динамикой, с тембрами и так далее. Я ощущаю огромную ответственность за свою работу на этом проекте. В условиях информационной войны, объявленной нашей истории, нашей стране, нашей идеологии. Работа над музыкой к этому фильму является для меня самой важной из всех проектов, которые у меня сейчас есть.